Приказывайте. Приказывайте. Куда мне идти? Что вы хотите знать? Сэр, не оставляя следов, я все выясню. Приказывайте. Почту за честь. Выступим завтра. Что прикажете? Да? Вперед! Куда мне идти? Как зовут вашу проблему? Сэр, я затаюсь до утра. Мир вам, благородный лорд. Ваше Величество. Что прикажете? Да? Что вы хотите знать? 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 Что вы хотите? Что вы хотите знать? 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 Куда мне идти? Я все... Сэр, как прикажете. Приказывайте. Ваше Величество, выступаем завтра на рассвете.
Слушаю. Кто расстроил вас? Убийство? Привет. Как зовут вашу проблему? Кто расстроил вас? Кого мне уничтожить? Как зовут? Служу. Слушаю. Да. Служу Господу. Слушаю. Вы... Кто расстроил вас? Как зовут вашу проблему? Убийство? Диверсия? Все, что пожелаете. Конечно, милорд. Кого мне уничтожить? Или что? Кто расстроил вас? Что вы хотите знать? Прочь, сын шакала! Куда мне идти? Отправляюсь немедленно, милорд. Приказывайте. Приказывайте. Почту за честь. Приказывайте. Да, строим башню. Почту за честь. Да, строим башню. Приказывайте. Есть. Что вы хотите знать? Что вы хотите знать? Ялла, султан желает вашей смерти. Сэр. Как прикажете. Не оставляя следов. На сегодня мой путь окончен. Ваше Величество. Да? Что прикажете? Марш! Ждем до рассвета, милорд. Сибни Лавади, неверный. Служу Господу. Как зовут вашу проблему? Простите, но... Да? Марш! На сегодня все. Приказывайте. Почту за честь. Да? Что прикажете? Ваше Величество. Да?
Ваше Величество. Да? Да? Ваше Величество. Да? Да? Что прикажете? Ваше Величество. Да? Что прикажете? Объединяемся! Ваше Величество. Да? Да, милорд. Выступаем завтра на рассвете. Приказывайте. Жду приказаний. Да? Отделяемся от флота. Жду приказаний. Поднять якорь. Приказывайте. Приказывайте. Что вы хотите знать? Куда мне идти? Как прикажете. Сэр, я все выясню. Куда мне идти? Как... Смотрите и бойтесь, неверные! Не советую вам ссориться со мной! Приказывайте! Приказ. Кого мне сокрушить? Вам нужны пленные? Они получили то, что заслужили. Ваше Величество. Никакие титулы не спасут вас от меня. Ялла! Султан желает вашей смерти.
Что прикажете? Да? Что прикажете? Марш! Объединяй войска, милорд! Ваше Величество. Да? На сегодня. Ваше Величество. Приказывайте. Что вы хотите знать? Как поживу? Сэр, я все выясню. Куда мне идти? Не, сэр. Ваши деньги – мой товар. Хорошо. Кто расстроил вас? Убийство? Как зовут вашу проблему? Кто расстроил вас? Кого мне уничтожить? Или что? Убийство? Как зовут вашу проблему? Кого мне уничтожить? Или что? Убийство? Диверсия? Все, что пожелаете. Куда мне идти? Кто расстроил вас? Конечно. Как зовут вашу проблему? Убийство? Диверсия? Все, что пожелаете. Согласен, милорд. Кто расстроил вас? Конечно, милорд. Подождем до завтра, милорд. Как зовут вашу проблему? Кого мне уничтожить? Или что? Согласен. Приказывайте. Что прикажете? Марш! Да? Жду приказаний. Да? Ваше Величество, что прикажете? Да? Да, милорд! Выступаем завтра на рассвете. Ждем до рассвета. Что прикажете? Марш! Сэр, не оставляй следов. Куда мне идти, сэр? Я все выясню. Куда мне идти? Что вы хотите знать? Что вы хотите знать? Что вы хотите знать? Да?
Что прикажете? Что вы хотите знать? Да, милорд. Что вы хотите знать? Милорд, я подожду до рассвета. Да? Да, милорд! Объединяем армии, милорд! Что прикажете? Ваше величество. Марш! Объединяемся! Ваше величество. Что прикажете? Ваше величество. Куда мы нанесем удар? Да? Мы отправим их в ад! Пусть ни один враг не уйдет живым! В атаку! Воины, ждите приказа. Лучники! 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 Воины, держитесь вместе! Марш! Копейщики! Воины! Воины, держитесь вместе! Отряд в одну шеренгу! Отряд! Марш! Отряд! Марш! Отряд! Отряд! Марш! Воины! Отряд! Отряд! Марш! Тяжелая пехота! Тяжелая пехота! Наступление! Тяжелая пехота! Тяжелая пехота! Тяжелая пехота! Воины, держитесь вместе! Тяжелая пехота! Воины, держитесь вместе!
Отряд под Нушерянгу! Отряд! Отряд! Марш! Отряд под Нушерянгу! Отряд! Тяжелая пехота! Копейщики! Марш! Копейщики! Вперед! Копейщики! Марш! Шагом! Лучники! Охрана полководца! Выступайте! Копейщики крайне уязвимы для стрел и дротиков. Поэтому вы должны как можно скорее навязать вражеским стрелкам ближний бой. Используйте для этого легких всадников. Пока все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим.
Враг потерял половину бойцов. Сарацинский военачальник мертв. Их полководец бежал, как последний трус. Вперед! Победа близка! Наши союзники лишились полководца. Они могут отступить. Говорить о победе еще рано, но пока наши воины одерживают верх. Враг обескровлен. Мы истребили половину его армии. Пока все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Объявив сбор, ваш полководец может поднять боевой дух войск, обратившихся в бегство, и вернуть их в бой. Но если бегущих воинов преследует противник, сбор невозможен. Воины в тяжелых доспехах и со щитами слишком хорошо защищены от стрел. Приказывайте лучникам обстреливать более подходящие цели. В атаку! Бегом! Тяжелая пехота! Вперед! В атаку! Бегом! Хвала Господу! Враги бегут, как трусливые псы! Победа близка! Охрана полководца! Приказ выполнен. Thank you.
Хвала Господу! Враги бегут, как трусливые псы! Победа близка! Этой победой восхитится весь христианский мир! Да, султан заплатит! Мы порвали! Ваше Величество, марш! Что прикажете? Вперед! Да? Приказывайте. Что прикажете? Приказывайте. Что вы хотите знать? Что вы хотите знать? На сегодня путь окончен. Что прикажете? Что вы хотите знать? Приказывайте! Ничто не укроется от вашего взгляда. Воины, марш! До встречи в честном бою! Куда мне идти, не оставляя следов, сэр? На сегодня мой путь окончен. Ваше Величество, отличное место для битвы. Выступаем завтра на рассвете. Кто расстроил вас? Убийство? Как зовут вашу проблему? Кого мне Что прикажете, Ваше Величество?
Милорд, мы... Куда мы нанесем удар? Да? Приказывайте. Что прикажете, Ваше Величество? Что прикажете? Да? Что прикажете? Да? Ваше Величество. Приказывайте. Да? Что прикажете? Да? Ваше Величество. Что прикажете? Ваше Величество. Что прикажете? Амело! Объединяй войска! С нами Бог! В атаку! Что прикажете? Да начнется бой! Ждем до рассвета. Ваше Величество. Сначала я отрублю вам ухо. Потом... Что прикажете? Да? Что вы хотите знать? Куда мне идти, не оставляя следов? Как прикажете. Приказывайте. Ваше Величество. Никакие титулы не спасут вас от меня. Сначала я отрублю вам... Что прикажете? Да? Отличное место для битвы. Сегодня мы добудем себе честь, славу, а главное... Воины, ждите приказа. Пехота! Пехота! Воины, держитесь отряд, вместе. Занять оборону. Отряд, марш! Охрана полководца.
Окружение – не единственный способ разрушить боевые порядки. Найдите уязвимое место во вражеском строю, ослабьте его обстрелом, а потом нанесите мощный удар силами тяжелых войск. Стрелки, к бою! Отряд, стой! Охрана полководца, марш! Вперед! Слабо обученная пехота со щитами – отличная приманка для вражеских лучников. Используйте ее для защиты более ценных войск. Охрана полководца! Стрелки, к бою! Охрана полководца! Марш! Охрана полководца! В атаку! Марш! Марш! Говорить о победе еще рано, но пока наши воины одерживают. Войны! Пославим Господа! Вражеский полководец убит! Охрана полководца! Стрелки, бою! Охрана полководца! Марш! В атаку! Атаку! Охрана полководца! Марш! Бегом! Обескровлен. Мы истребили половину его армии. Стрелки, к бою! Охрана полководца! В атаку! В атаку! Вперед! Вперед! Хвала Господу! Враги этой победой восхитятся! Враг разбит! Мы одержали победу! Да? Марш! Приказывайте. Что вы хотите знать? Кого будем разорять, милорд? И чья же торговля вас не устраивает?
Да, милорд, я их разорю. Это дело будет выгодным. Что вы хотите знать? Ваши убийцы могут разрушать постройки врага. Для этого выберите убийц и щелкните на поселении правой кнопкой мыши. А затем перейдите на закладку «Диверсия» и выберите постройку. Приказывайте. Ваше Величество. Сэр. Как зовут ваш? Кто расстроил вас? Кого мне уничтожить? Тоже? Или что? Яд? Кинжал? Как зовут вашу проблему? Убийство? Диверсия? Все, что пожелаете. Приказывайте! Для меня будет... Что прикажете? Укажите врага. Куда мне, сэр? До встречи в честном бою! Да? Ваше Величество. Что вы хотите знать? Да, милорд, это выгодное дело. Что вы хотите знать? Куда мне идти? Что вы хотите знать? Что прикажете?
Да? Сэр, не оставляя следов. Куда мне, сэр? Направив Слушай. Священника во владение иноверца, вы обратите часть его подданных в свою веру и вызовите бунт. Враг разбит! Мы одержали победу! Милорд, мы покорили эти земли! Что вы хотите знать? Что вы хотите знать? Да, милорд. Все неверные. Пыль под ногами султана. Что прикажете? Да? Что прикажете? Да? Марш, ваше величество! Объединяем армии, милорд! Что прикажете? Ваше Величество. Ваше Величество. Марш! Что прикажете? Ваше Величество. Да? Да? Что прикажете? Да, милорд! Ваше Величество. Да? Ваше Величество. Да? Вперед! Да, милорд! Ваше Величество. Что прикажете? Да? Марш! Объедините! Что прикажете? Да? Что прикажете? Марш! Да? Объединяем армию, милорд! Ваше Величество, что прикажете? Объединяемся! Ваше Величество, что прикажете? Мой сеньор очень ценит дружбу с вами. Что прикажете?
Ваше Величество. Для меня будет большой честью победить вас. Куда мы нанесем удар? Да? Приказывайте. Ваше Величество. Приказывайте. Почту за честь. Разбиваем лагерь. Что прикажете?